Добрый вечер, уважаемые участники вебинара. Что такое криптовалюта и как можно на них заработать? Сегодня четверг, а значит, по традиции в 19:00 мы начинаем наши трансляции. Прежде всего, хотелось бы понять, хорошо ли меня видно и слышно, чтобы мы могли уже приступить к рассмотрению того материала, который был на сегодня для вас подготовлен. Поставьте плюсики в общий чат, если вы хорошо меня видите и слышите, и мы начнем. Да, спасибо за обратную связь, я вижу, что все в порядке и можем приступать. Вкратце обозначу структуру сегодняшней трансляции. Как обычно, начнем с небольшой теоретической вводной части. Мы будем делать ее все короче, потому что каждый раз примерно одни и те же моменты обсуждаем, рассчитывая, что среди нас есть и довольно большое количество новичков, которые пока еще слабо разбираются в теоретической части. Буквально минут 5-7 это займет. Далее обсудим ключевые новости криптосферы, потому что мы видим, что январь прошел под флагом влияние фундаментальных факторов, и, конечно, нужно понимать, что происходит сейчас в целом, чтобы составить дальнейший план действий. И затем уже перейдем в торговую платформу, чтобы в режиме реального времени оценить движение по ключевым криптовалютам, а главное проанализировать и представить некоторые торговые идеи, рекомендации, отобрать наиболее перспективные монеты, сделки по ним на ближайшую неделю. Кто с нами уже давно, мог заметить, что на самом деле очень большой процент реализации этих прогнозов. Но опять же, не будем сейчас пока на этом останавливаться. Перейдем к небольшой совсем презентации. Итак, я думаю, что про термин криптовалюты и что это такое, многие из вас слышали, так или иначе с ними сталкивались. Уверен, что многие уже, более того, имеют свои кошельки, да, и проводят регулярно всевозможные операции по переводу внутри системы, да, либо конвертируют, скажем, одну криптовалюту в другую. Не секрет, что на многих сайтах уже появились целые разделы, я имею в виду сайты, например, объявлений, да, о том, что практически любую вещь можно приобрести за криптовалюту, особенно учитывая хайп, который был в прошлом году, и автомобили, и недвижимость, буквально все уже продается и покупается за криптовалюты. Поэтому, скажем, заявление многих новичков, да, о том, что это такое, и их мысли по поводу того, что все это ненадежно, все это может рухнуть, ничего не подкреплено, на самом деле имеют под собой сейчас мало оснований. Да, мы говорим об этом не в контексте того, что происходит с ценой, да, криптовалюты, они могут меняться абсолютно разнонаправленно, как цены любого финансового актива, но сама составляющая именно и сама суть, да, криптовалют, их польза глобальная для мира, их предназначение уже в любом случае определено, ясно, и на самом деле не нужно считать, что, скажем, криптовалюта какой-то какая-то технология, да, или какой-то обман, который может быть, скажем, может закончиться ничем, да, то есть мы опять же можем говорить о том, что криптовалюты очень сильно меняются в цене, у них довольно высокая волатильность, этому тоже есть логическое объяснение, да, это относительно низкая капитализация, если мы берем в расчет, скажем, другие активы финансовых рынков, да, будь то акции или уж тем более облигации и валюты, да, капитализация в целом, которых в разы больше. И тем не менее, криптовалюта — это то, с чем приходится считаться, это то, что уже никуда не денется. Да? Другое дело, в каком виде это дальше будет развиваться, да, и как это будет представлено. Поэтому, отвечая на вопрос, для чего нужны криптовалюты, нужно отметить два ключевых момента. Это расчеты и платежи, да, вот то, о чем мы говорили ранее уже довольно много, и то, собственно, для чего изначально создавались криптовалюты. Но и то, что получило наибольшее распространение именно в последние годы, это инвестиции и спекулятивный доход, который может быть получен в результате конвертации, да, скажем, одной криптовалюты в другую, то есть участие в росте одних криптовалют по отношению к другим и вместе с этим по отношению к обычным фиатным валютам, будь то доллар, рубль, либо любая другая валюта из традиционных, да, привычных нам. Ну, биткоин, я думаю, также вам очень хорошо знаком. Это первая криптовалюта, которая появилась еще, вот как теперь уже кажется, да, в далеком 2008 году. Первое упоминание о ней было. Отдельно стоит говорить про
то, как появляются новые криптовалюты, то есть про майнинг. Да, этому можно было посвятить, пожалуй, отдельный вебинар, поэтому подробно мы останавливаться на этом не будем. Да, отмечу лишь, что важный плюс криптовалют в том, что никакой регулирующий или контролирующий орган не может влиять на эмиссию этих монет. То есть, если, скажем, Центральный банк России или ФРС в США напрямую влияет на, скажем, скорость и количество печатаемых денег, то в случае с криптовалютой система регулирует себя сама. Да, и новые криптовалюты появляются только в качестве вознаграждения за обработку транзакций вот уже нынешних, да, которые в данный момент проводятся в системе. Поэтому это важный плюс, да, то есть то, за счет чего изначально очень сильно прибавляли в цене криптовалюты, их фундаментальное преимущество в том, что отсутствовал контроль и регуляция, то есть не было фактов манипуляции, да, со стороны именно регулирующих органов. Но мы видим, что это преимущество постепенно тоже сейчас пытаются нивелировать правительства различных стран, потому что мы об этом будем говорить далее, когда новостной фон будем обсуждать. Но, тем не менее, стоит сказать и сейчас о том, что, что называется, закручиваются гайки в сфере криптовалют. И все большее количество стран обозначило свой пристальный интерес к данной сфере. Что логично, учитывая, опять же, очень резкий рост капитализации в прошлом году, учитывая те доходы, которые были получены с криптосферы в ходе последних месяцев, конечно, это отличный объект для налогообложения со стороны едва ли не каждой страны, тем более, если мы говорим о крупных странах, да, это, скажем, Южная Корея в первую очередь, да, где практически каждый имеет криптосчет, это США, да, Китай, Япония, ну и Россия тоже, да, пожалуй, вот те ключевые участники рынка, которые есть в данный момент. На данном слайде мы видим те причины, которые способствовали росту биткоина, да, и которые в дальнейшем могут обеспечить его рост. На самом деле главной причиной, по сути, выступает только одна, да, это приток нового капитала. Нового капитала в эту сферу, да, потому что мы понимаем, что чтобы какой-то актив рос, да, на протяжении долгого времени, требуется, чтобы его покупали. То есть, скажем, спрос в разы превышал то предложение, которое есть. Поэтому вот тот информационный фон, да, тот некий хайп и ажиотаж, который сложился в ходе прошлого года, он способствовал, да, крайне способствовал разгону котировок ключевых криптовалют. А в то же время и с этим в том числе связаны те движения, которые мы видим в начале этого года, коррекция, потому что сейчас по сути нет тех участников новых, которые могут в моменте обеспечить дальнейший рост биткоина. Более того, те, кто его уже, скажем, покупал ранее, свои позиции постепенно фиксируют, закрывают. Кто-то делает это, скажем, все еще в плюсе, да, из тех, кто не успел закрыть по более высоким ценовым ориентиром, а кто-то вынужден смириться с убытками, потому что, скажем, покупал, да, по довольно высокой цене в декабре. И на самом деле таких участников, насколько нам известно, довольно большое количество. Отмечу, что наши трейдеры, да, закрывали длинные позиции еще в начале, середине января. И сигнал к тому, что будет снижение, да, дальнейшая некая коррекция, мы и в ходе вебинаров также ранее обсуждали. Двигаемся дальше. Нужно обязательно знать два ключевых термина, с которыми так или иначе предстоит постоянно сталкиваться. Первый – это блокчейн, по сути это технология, инновационная технология хранения и обработки информации, если в общем виде ее представить. То есть мы видим здесь два сравнения, на которых понятно, как работает, скажем, традиционная система, да, будь, например, финансовая. То есть есть, допустим, при каждой фондовой бирже клиринговая палата, да, которая учитывает все сделки, ну, допустим, по конкретной акции. Да, предположим, в день было совершено 100 сделок, да, по какой-то бумаге, и, скажем, кто-то их продал, а кто-то купил. На всех, скажем, торговых счетах, да, клиринговая палата проведет
учет, да, этих перемещений активов. И вот именно там все это будет отражено в каком-то едином сводном регистре, да, либо отчете. И в то же время мы знаем, что в случае с традиционными институтами есть какой-то единый регулирующий центр. Да, будь то Центральный банк, либо Минфин, например, то есть, ну, если мы берем, скажем, пример с Московской биржей. Да, поэтому вот то, что было раньше. Да, и, ну, и остается до сих пор, если мы говорим про традиционные финансовые рынки. В случае же системы блокчейн у нас нет какого-то единого центра и нет в то же время, скажем, единого учета. Да, по сути, вся система, вся информация, она находится одновременно у всех участников рынка. Да, и вы, например, скачав и сделав себе холодный кошелек для хранения, да, по сути, получаете информацию о всех транзакциях в системе. Ну, если мы говорим, опять же, в упрощенном виде. Вот в этом также кроется то фундаментальное преимущество, на основе которого изначально и был возможен столь резкий рост криптовалют. Что касается ICO, то этим термином называют способ привлечения инвестиций для блокчейн-проектов по аналогии с IPO. Да, если мы знаем, что IPO – это выход компании на фондовый рынок, то есть выпуск акций, то в случае с ICO, да, выпускаются токены, которые также передаются инвесторам, и за счет собранных средств, да, компания может либо модернизировать уже текущие проекты, либо направить их на подготовку каких-то новых проектов и реализацию новых идей. И, наконец, в завершении теоретического блока мы обычно рассматриваем преимущества и недостатки работы на бирже криптовалют или через брокерскую компанию. Да, вот компания Amarkets является брокерской компанией, которая для вас и проводит, собственно, этот вебинар. И на данном слайде вы можете видеть то, почему интереснее работать через брокера, нежели через биржу криптовалют. Да, и там есть свои преимущества и недостатки. Поэтому, в принципе, информацию вы можете на слайде видеть, на этом подробно останавливаться не будем. Переходим ко второй части нашего вебинара, обсудим ключевые новостные тенденции, да, которые сопровождали нас. И так как сегодня уже февраль, да, то можно подвести некоторые итоги января. Что касается этого блока, да, то отметим, что январь в целом прошел под флагом коррекции, да, в красной зоне для многих криптовалют, и выделялся, пожалуй, только эфир. Да, об этом мы уже говорили в прошлых вебинарах, о том, что фундаментально в целом сейчас картина меняется по соотношению основных криптовалют. И на самом деле вот те разговоры о том, что в этом году уже нас может ожидать смена лидера по капитализации, да, биткоин может утратить пальму первенства. Об этом мы говорили еще в начале января, когда подводили итоги прошлого года и строили некие планы на год текущий. Да, вот сейчас мы видим, что в последние дни особенно этот тезис получил особое развитие, да, и все больше и больше мы слышим таких мнений, как от простых участников криптосферы, так и вот уже более, скажем, опытных аналитиков. На самом деле то, что эфир показал в начале года, заслуживает, да, внимания, заслуживает отдельного разговора. Так уж сложилось, что именно в эфир, но и в Ripple, да, еще в начале января, если мы про это говорим, поверила большая часть участников криптосферы, и по сути уже спустя некоторое время стало понятно, что именно из биткоина во многом конвертировали средства именно крупные участники рынка, да, то есть перекладываясь то в Ripple, затем из Ripple в эфир, но либо уже в обычные фиатные средства, потому что мы видим, что в целом январь сопровождался довольно серьезным оттоком средств из-за криптосферы. Опять же, многие фиксировали свои позиции, кто-то уходил из торговли именно физической криптовалютой, да, на биржах в сторону торговли производными инструментами, то есть прежде всего CFD-контракты у брокеров, а также фьючерсы на американских площадках. Оба этих сегмента рынка перетянули очень большое число криптотрейдеров, потому что работа через биржу, да, она подразумевает под собой некоторые
трудности. Те, кто работает с биржами, я думаю, они понимают, да, о чем мы говорим. Что же касается того, что происходит именно в последние дни, то отметим, что в целом довольно серьезная негативная волна захлестнула криптосферу. По сути, если вы посмотрите новостные сфотки за последние, скажем, несколько недель, то не увидите почти ничего позитивного вовсе. Да, мы видели и взлом биржи в Японии, в результате которого были похищены, пусть и не биткоины, да, гораздо меньше по капитализации криптовалюты. И тем не менее ущерб был нанесен почти на 400 миллиардов долларов. Учитывая специфику японского рынка, учитывая, что там торговля и криптовалюты в целом легализованы, да, работают официально, пользователи данной биржи ожидают возмещения и покрытия этих убытков. Ну, может быть, не в полной мере, скорее всего, не в полной мере, да, частично, но тем не менее. Но в целом это негатив, конечно же, для криптосферы. Он показывает уязвимость, показывает тот большой пласт проблем, который все еще есть у пользователей криптовалют. Да, и можно обозначить в целом тот факт, что очень высоки транзакционные издержки, да, при работе с криптовалютой. Нужно учитывать, скажем, и комиссии на ввод, вывод, если мы говорим о перевозе обычных, да, долларов, там, рублей, либо евро, допустим, в криптовалюту. И учитывать вероятность хакерских атак, да, то есть, либо, скажем, издержки на холодные кошельки, на холодное хранение. То есть в целом работа с криптовалютой, она подразумевает, конечно же, повышенные риски, но и при этом несет колоссальные возможности. Да, об этом также не стоит забывать. И вслед за негативной новостью из Японии последовал еще один удар. Да, это мы получили информацию о том, что Facebook закрывает полностью рекламу всех ICO проектов, всего, что связано с блокчейном, с криптовалютами, в том числе в Инстаграме. Что это означает? Казалось бы, на первый взгляд, незначительный информационный повод, потому что, скажем, соцсети, они привлекали в основном новичков, да, если мы посмотрим, потому что, скажем, если опытный криптотрейдер увидит рекламу ICO проекта, пусть даже в Facebook, либо Инстаграме, он в любом случае соберет дополнительную информацию, проведет проверку, прежде чем инвестировать в нее, в этот проект. Да? А если мы говорим о тех, кто мало знаком с данной сферой, то, конечно, они гораздо охотнее и легче, да, инвестируют даже в не совсем добросовестные проекты. Поэтому в целом данное решение, оно, конечно, может в долгосрочной перспективе повлиять негативно на, и на ICO сектор, и на в целом торговлю криптовалютами. Но опять же, не стоит забывать, что именно та часть, которая является более квалифицированной криптоучастников, она по сути большого ущерба от этих нововведений Facebook не получит, потому что есть множество специализированных ресурсов, на которых и ведется обсуждение, да, ICO, на которых можно получить какую-то информацию от уже тех участников, кто, скажем, ранее получил ее, да, по какому-то проекту. Поэтому в целом это может отразиться на притоке нового капитала в ICO, в криптовалюты, но скорее в долгосрочном масштабе. Да. О чем еще стоит сказать? О том, что в целом январь прошел под флагом отставания биткоина от других криптовалют. Да, мы видим, что это происходит на фоне роста самой сферы. Плюс есть некое размывание капитала, то есть многие на самом деле уходят из биткоина либо в совсем небольшие монеты, да, в альткоины. Мы, кстати, видим еще, что первый топ-100 по капитализации регулярно тусуются, причем довольно серьезно. Да, даже топ-10, топ-20 криптовалют регулярно обновляются, едва ли не на 50-70%. И также мы видим уход, вот то, о чем уже было сказано, да, уход в торговлю другими типами инструментов, то есть не самими криптовалютами, а производными инструментами на криптовалюты. Это CFD-контракты и фьючерсные контракты на фондовых американских площадках. То есть вот в целом сейчас наблюдается именно негативный фон, и это находит, конечно, свое отражение на графике всех основных криптовалют.
Сейчас переходим в торговую платформу, да, к уже прямому анализу ключевых монет и предоставлению неких прогнозных, да, решений, описанию перспектив. Я включаю демонстрацию рабочего стола на моем компьютере, поэтому попрошу вас также поставить плюсики в общий чат, как только вы увидите картинку, это будет буквально через несколько секунд. Сразу обозначу, что тем, кому, может быть, будет недостаточно хорошо виден график, можете попробовать раскрыть, да, экран на всю, раскрыть окно, да, на весь экран. Да, отлично. Сейчас вы должны видеть торговую платформу и график пары биткоин-доллар. Поставьте плюсики в общий чат, если это так. Да, на самом деле вижу, что все хорошо. Спасибо. Что мы видим на графике биткоин-доллар? Да, прежде всего, вот то, о чем мы уже говорили, коррекцию, причем, которая на самом деле уже подзатянулась, да, вот то, чего так не хотелось, скажем, тем участникам, которые покупали биткоин в декабре, либо в начале января. На самом деле, в ходе прошлого вебинара мы обозначили ключевые уровни, от которых велась работа всю неделю, и отмечали, что помимо ранее обозначенного уровня сопротивления, уровня сопротивления на отметке в 12500 по биткоин, доллар, появился новый уровень, да, это 11500, та отметка, которая пробивалась в течение одной торговой сессии, да, но затем мы вернулись опять в ситуацию ниже этого диапазона. И обозначили также уровень поддержки на уровне 10 тысяч долларов, который оказался пробит вот в ходе вчерашней торговой сессии, и сегодня мы закрепились под данным значением, и в данный момент уже торгуемся вблизи 9 тысяч. На самом деле, делая некое отступление, да, отмечу, что почему-то в последнее время в крипточатах очень превалирует мысль о том, что технический анализ по криптовалютам якобы не работает, да, и невозможно вовсе анализировать криптовалюту, потому что за фундаментом тоже не всегда получается угнаться. На самом деле это далеко не так, технический анализ отлично отрабатывает себя по криптовалютам, и учитывая относительно низкую капитализацию относительно других активов, да, там акций, либо вот, облигаций, например, это делает теханализ еще более применимым. И вот история наших трансляций, опять же, об этом говорит, является лучшим тому подтверждением, да, потому что все торговые идеи в основном, да, и точки входа мы даем именно с позиции теханализа, а фундамент он обрисовывает общую картину и общие глобальные тренды. Поэтому начинаем мы, как обычно, да, с фундамента, говоря о том, что в целом сейчас фон информационный очень и очень негативный, да, и переходим уже к теханализу, чтобы обозначить ключевые уровни, от которых стоит работать. И на самом деле вот даже те, скажем, ценовые ориентиры, которые мы обозначили в ходе прошлого вебинара, вы запись этой трансляции можете видеть на YouTube-канале, как и запись сегодняшнего вебинара. Отлично себя эти уровни показывают. И на самом деле несколько дней с трейдерами открывали позиции на продажу от отметки в 11500, да, потому что казалось изначально можно было увидеть там пробой этого уровня, да, и мы даже в один из дней закрепились выше этой отметки, но затем вновь ушли ниже, да, если внимательно посмотреть
Эту область я сейчас обозначу дополнительно фигурой. Да, вот в этот момент происходило закрепление выше этой отметки, но затем мы вновь закрепились ниже, и вот в тот момент мы открывали позиции на продажу. И закрывали их изначально вблизи поддержки в 10 тысяч, да, и сегодня вновь были открыты позиции короткие, то есть мы вновь продаем биткоин-доллар сегодня. Уже, да, есть некий плюс, потому что торгуемся на отметке в 9 тысяч. И на самом деле закрывать позиции пока не планируем. Есть четкое ожидание того, что может биткоин-доллар уйти вполне к отметке в 8300 в ближайшие дни, может быть сегодня, но более вероятно, что в ходе завтрашней торговой сессии это произойдет. И также следующей целью будет отметка в 7500. А почему именно эти ориентиры были выбраны, сейчас объясню. Дело в том, что отлично себя показывают по криптовалютам именно уровни прошлых ценовых максимумов. Мы об этом говорили, это одна из самых простых торговых стратегий, работа именно от уровней прежних исторических максимумов. И на протяжении прошлого года мы именно покупали всегда после обновления исторического хая. А вот в этом году, когда коррекция, мы открываем сделки на продажу после пробоя сверху вниз, вот уровня прежнего максимума, опять же. Так было и с уровнем еще в 16500, также точно было с уровнем в вот 11500, да, потому что мы видим, что это также прежний максимум. Мы открывали еще позиции на продажу после пробоя с этой поддержки 12500, мы видим, что 12500 это не прежний максимум, да, здесь просто этот уровень довольно быстро оказался пробит в декабре, поэтому эта сделка, скажем, низко выбивалась, да, из общей стратегии. Но вот сам замысел, да, я думаю, что он вполне понятен, потому что большой объем ордеров, если вы посмотрите практически любую биржу, либо, скажем, посмотрите отчеты биржи фьючерсной CME в Чикаго, которая публикует информацию на своем сайте о объемах, да, на каждом уровне и о совокупной позиции трейдеров, то увидите, что на самом деле, то есть там есть довольно большое количество объемов, и вблизи данных уровней цена либо останавливается, либо пробивает эти уровни и идет дальше. Поэтому уровни в 7500 и 8300 выбраны не случайно. Дело в том, что в ноябре прошлого года эти отметки являлись абсолютными историческими максимумами для биткоина. Сейчас также я покажу вам на графике этот момент. Вот сначала мы не могли пробить отметку в 7500. Была, если помните, продолжительная коррекция, да, до уровня 5,5 на фоне негативных новостей в целом, да, по сфере, но очень быстро выкупили этот негатив, и в скором времени биткоин закрепился выше данной отметки, после чего и наблюдалось это масштабное ускорение. Но перед этим была также консолидация на отметке в 8300, и это тоже долгое время было, ну точнее не долгое, а на протяжении 5 торговых сессий, да, это было непреодолимым уровнем для биткоина. Поэтому вполне закономерно то, что сейчас биткоин направляется именно к этим значениям. И, кстати, отметку в 9 тысяч ровно мы в моменте по биткоин-доллару уже пробили. Да, сейчас цена в районе 8950 долларов. Но, опять же, от биржи к бирже, да, цена может действительно меняться, мы это прекрасно понимаем. Поэтому в целом пока говорить о росте биткоина не приходится. Да, если, кстати, очень важный момент, если в ходе прошлых трансляций мы говорили о том, что приступать к покупкам биткоина и закрывать позиции на продажу можно только после того, как биткоин закрепится выше отметки 12500, это вот верхний уровень, да, то теперь, учитывая, что мы находимся в более низких ценовых диапазонах, можно будет начинать покупки и раньше. То есть фактически о возобновлении восходящего тренда можно будет говорить уже в том случае, если мы будем выше 11500, потому что мы видим, что именно там, да, биткоин встретил наибольшее сопротивление со стороны продавцов, и именно от этого уровня мы
снижаемся в последние дни. И отдельно еще сделаю небольшое вступление по поводу того, что не на всех биржах, да, есть возможность зарабатывать на снижении курса. То есть на криптоплощадках в основном все ориентируются на рост и открывают позиции именно на покупку. Да, вот, и важное отличие торговли через брокера в том, что вот через CFD-контракты можно вполне успешно реализовать стратегию на продажу любой криптовалюты практически. То есть можно продавать и зарабатывать на снижении. Поэтому, если, скажем, у вас такой возможности сейчас нет на нынешней площадке, да, то обязательно рассмотрите такую возможность. Это позволит и снижать риски в целом, позволит хеджировать позицию. То есть вы сможете, скажем, имея большой объем на покупку сейчас, по невыгодным ценам, например, да, получать еще доход и отбивать часть этих потерь за счет продаж, то есть коротких позиций. Вот, поэтому в целом, подводя итог по паре биткоин-доллар, отметим, что вот те две цели, которые мы обозначили, 8300 и 7500, вероятнее всего будут реализованы уже в ближайшие дни, ну либо в перспективе, скажем, 1-2 недели, если в целом волатильность по биткоину снизится. Хотя рассчитывать на это вряд ли приходится, поэтому, вероятно, уже скоро мы увидим данные значения. Но и закрывать, да, позиции на продажу и постепенно переходить к покупкам стоит в случае возврата в прежний ценовой диапазон, то есть выше 10 тысяч, это вот тот уровень, который в последние дни пробит, и, повторюсь, уже обозначенный выше уровень 11500, также будет являться тем значением, от которого будет многое зависеть. Отметим еще вот саму природу этого движения, да, которое наблюдается на протяжении последних недель. Если в ходе коррекции в прошлом году и в начале, точнее в конце декабря, да, особенно прошлого года, когда было резкое снижение в моменте тоже в район 10500 долларов, да, тогда все это происходило довольно быстро, и многие участники даже не успели ничего, собственно, понять. То есть был в моменте резкий сквиз вниз, да, но затем довольно быстро биткоин смог вернуться, скажем, к 15 тысячам долларов, да, если мы берем декабрьское снижение. Но в прошлом году коррекции также заканчивались довольно быстро, то есть там за, скажем, неделю, ну, максимум две. Поэтому, скажем, находиться в условиях, когда есть минус на счете, да, который очень тяжело психологически переживать, вот у многих такого опыта еще не было. Поэтому вот тот опыт, скажем, который есть в январе, да, у многих трейдеров, он во многом первый и показательный. То есть приходится терпеть довольно продолжительный период просадки, да, по счету, либо понимать, что в целом, скажем, находишься в минусе по торговому счету. И это приводит к тому, что у многих не выдерживают нервы, да, и многие закрывают свои позиции, что провоцирует еще большее снижение рынка в целом. Поэтому вот то отчасти вяло текущее снижение, которое мы видим, да, оно является очень неприятным, и мы видим, что постепенно все-таки биткоин именно двигается вниз, да, то есть на фоне во многом и психологическом тоже, да, поэтому важно это учитывать. В ходе прошлых вебинаров мы говорили, что для тех, кто, опять же, имеет большую позицию, да, в покупку по биткоину, нужно, ну, во-первых, вот как было мной обозначено сегодня ранее, пытаться заработать еще на коротких позициях, то есть на продажах, да, хеджировать часть позиции, отбивать часть потерь, чтобы в целом минус уменьшить, ну и постепенно перекладываться в другие криптовалюты. В частности, мы рекомендовали эфир, да, в ходе прошлого четверга, но вот сегодня видим, что в какое-то время плавно переходим, да, на эфир. Доллар какое-то время сегодня он торговался в зеленой зоне, и были признаки того, что на самом деле продолжается тенденция перекладывания средств из биткоина в эфир. Да, то есть кто-то, кто уже не может, да, скажем, находиться в биткоине психологически, либо достиг, скажем, критичных для себя значений, он просто переходит в эфир, либо надеется, скажем, на более быстрый рост эфира, и на самом деле не безосновательно.
Да, об этом, причину того мы подробно разбирали в прошлых вебинарах. И сегодня эфир торговался в целом в зеленой зоне, но вот в последние часы, именно последние два часа, и особенно вот сейчас, пока по сути наша трансляция идет, мы наблюдаем пробой важных уровней и, соответственно, движение вниз. В последние часы он также переходит в красную зону, то есть нельзя говорить о том, что, скажем, из одной криптовалюты в другую перетекает капитал. Скорее имеет место быть просто фиксация позиций и выход в фиатные деньги. Да? Ну и параллельно с этим, конечно, кто-то крупный наверняка давит на криптосферу в целом. И не стоит забывать, опять же вернемся к тому, что общий фон, да, сейчас довольно негативный по всей криптосфере. Уже 8850, кстати, то есть мы продолжаем двигаться к тем целевым отметкам, которые мы сегодня обозначили. Поэтому говорить о том, что нужно срочно покупать эфир, да, сейчас тоже не приходится. Все будет зависеть от того, как закроется сегодняшний торговый день. Если мы закроемся ниже вот той трендовой линии, которую вы видите на графике, это будет означать и закрытие ниже психологически важного уровня в 1000 долларов за одну монету. Вот в таком случае снижение по эфиру также продолжится, и можно будет покупать его позже уже по лучшей цене. То есть пока нельзя будет говорить о том, что эфир это то, скажем, за счет чего можно быстро получить прибыль и, скажем, быстро ликвидировать какие-то свои потери, да, отставание в целом там, по доходности, по счету. Да, сделаю еще одну ремарку. Не стоит исключать и того, что это ложный пробой уровней. Вероятность этого, правда, очень низка, да, ну, порядка, скажем, там, может быть, 5-7%. Но, тем не менее, если в течение сегодняшней сессии, либо, скажем, завтра, послезавтра мы вернемся вновь выше 10 тысяч долларов по эфиру, да, то в таком случае сценарий мы уже также вам обозначили. То есть можно будет постепенно возвращаться к покупкам, если вы еще этого не сделали, да, либо увеличить объем на покупку в моменте, усреднив, да, то есть улучшив среднюю цену, по которой вы, скажем, покупали инструмент. То есть не исключено, опять же, в этой связи, что, скажем, эфир сегодня, либо завтра вновь вернется в пределы, да, этого восходящего тренда, то есть вернется за уровень наверх. И примеры такие мы уже видели. Мы можем отметить несколько ситуаций на графике, когда быстро возвращались, да, в прежний ценовой диапазон. Вот два таких случая было. Да, один в середине 17 января, если быть точным, да, и второй 23-го. То есть длинная тень вниз. Казалось, сильно снижаемся и останемся за пределами этого восходящего тренда, но цену возвращали обратно. То есть не стоит исключать и такой сценарий в ближайшие дни, но, повторюсь, он выглядит сейчас довольно-таки маловероятным. Вот основным является именно сценарий продолжения коррекции. Поэтому по эфиру, я думаю, план тоже понятен. Опять же, если вы имеете возможность открывать короткие позиции, да, то есть зарабатывать на продаже инструментов по отношению к доллару, например, то можно это смело делать сейчас, либо дождавшись окончания сегодняшней торговой сессии, если уж мы точно останемся ниже данного ценового диапазона, да, я имею в виду линию восходящего тренда, и продавать уже от этих значений. Первой целью в таком случае будет как раз-таки вот тот уровень, от которого откупали эфир в ходе прошлых похожих ситуаций, это отметка в 890-900 долларов. То есть с текущей 1000, да, можно будет продавать, если мы останемся опять же под этим уровнем. Потому что локально сейчас эфир был 980, уже его вернули выше 1000. То есть мы видим, что есть интерес, есть повышенный объем именно вблизи отметки в 1000 долларов. Это круглое значение, то есть психологически важный уровень. Мы не раз уже отмечали то, что именно вблизи круглых значений, допустим, там, по биткоину 10-10-500, да, 12-500-15 тысяч, скопление большое,
объема, и эти уровни являются очень важными. Так и здесь, отметка в 1000, она является во многом ключевой. Ну и долгосрочная первая цель по эфиру – это 1500, да, опять же круглое значение. Поэтому нужно от этого отталкиваться. Как видите, сейчас эфир близок к тому, чтобы его вернули выше этого значения, но ситуация локальная. Повторюсь, нужно дождаться завершения сегодняшней торговой сессии. Далее переходим к монете эфир Classic. На самом деле, вот в ходе прошлых вебинаров также отмечалось, что небольшим объемом мы покупали эфир Classic от уровня 20 и 21. Да, то есть мы видим сразу несколько, если вот увеличить график, несколько точек, когда делались прошлые покупки. Вот первое, еще в декабре, если быть точным, 8 декабря. Так, затем 30 и 31, да, мы тоже видим, что от данного уровня отбивались. И также делали попытку совсем небольшим объемом 17 января вместе со всеми, да, криптовалютами, тогда все отрастали. Также покупали эфир Classic именно от значения 20 и 21. Отмечу, что это уровень важный в том плане, что это прежний исторический максимум, то, о чем мы сегодня уже говорили, да, как в случае с биткоином, с эфиром, с любой другой криптовалютой, уровни прежних максимумов исторических, они имеют наибольшую силу. И нельзя, вот данный уровень был проведен, мы видим, что именно от него откупают монету. Так ли это будет в этот раз, пока сложно сказать. Да, пока мы вот сейчас эфир Classic не берем, нужно подождать. Если окажемся сегодня, завтра выше значения в 21, да, того же самого, то можно будет сделать еще одну попытку покупать. Но есть сомнения от того, что мы останемся выше этого уровня, вероятнее всего, все-таки закрепится он где-то ниже до данного значения, учитывая, что уже очень много раз тестировали эту отметку, то есть постоянно монету к этому уровню подгоняют, да, постоянно ее продают, новый поток продаж, и в целом она не показывает того роста, который от нее ждут, поэтому все-таки нужно быть осторожным, да, в этом случае, и дождаться подтверждения того, что все-таки спрос на нее вновь появляется. И в этом отношении работа с объемами, да, работа с той информацией по объемам отложенных ордеров и позиций, которые есть на криптобиржах, например, она будет бесценной, да, то есть можно к этой информации обращаться. Что касается Zcash, то также в прошлый четверг мы еще говорили о том, что она выглядит довольно слабо, и если в прошлые разы ей удавалось от также важной ценовой отметки в $415, да, это оранжевый уровень, отбиваться, ну, хотя это скорее круглое число 400, да, уровень 400-420, вот та область, вблизи которой находится инструмент. Вот если в прошлые разы ему удавалось отбиваться от этих значений, то в последние дни, да, мы находимся ниже этих значений. Более того, практически по каждой из топовых монет можно провести такую вот восходящую линию тренда. Да, мы знаем, что она есть вот по эфиру, и по биткоину тоже ее можно провести. Да, мы показывали это в ходе прошлых вебинаров. И на самом деле есть те монеты, которые этот уровень уже пробили, да, сверху вниз, а есть те, которые не пробили. И вот если эфир, скажем, находится на этой границе сейчас, то вот Zcash и в частности биткоин уже ниже этого уровня торгуются. Поэтому Zcash также можно рассчитывать на снижение в течение ближайших дней и возвращаться к покупкам только в случае того, если мы закрепимся выше отметки в $415, это вот уровень горизонтальный оранжевого цвета, который вы, я думаю, видите на графике в данный момент. Двигаемся далее. И на очереди
Monero. Похожая отчасти ситуация на ту, которая была по биткоину еще в середине января. Обратите внимание вот на уровень 12500, да, и то, как много раз ударялись в этот уровень вот на протяжении торгов с середины декабря по середину января примерно, целый месяц почти, да, то есть довольно продолжительное удержание данного уровня было. И вот то же самое сейчас по Monero происходит. По Monero, потому что вот та затяжная консолидация выше отметки в 280 за одну монету, она также закончилась несколько дней назад, когда мы продавили данный уровень сверху вниз, и сейчас уже по 230 торгуется Monero. И на самом деле тоже очень важный уровень для Monero, потому что вот здесь была консолидация в ходе прошлого рывка. Поэтому если, скажем, сегодня удастся удержаться выше отметки в 230, да, за одну монету, то можно будет говорить, что по Monero рост еще вероятен, да, в ближайшие дни, в ближайшие недели. Но если же мы окажемся ниже этих значений, то в любом случае он отправится к отметке в 190-180 как минимум. То есть это вот следующий уже ценовой диапазон по Monero. Ну, на самом деле, насколько нам известно, довольно многие трейдеры Monero из портфеля убрали, либо снизили количество этих монет после движения в декабре, либо вот в ходе этой консолидации, да, когда долгое время исторический максимум Monero не обновлял. Все ждут довольно быстрой, да, доходности, быстрого роста. Поэтому, наверное, у большей части наших зрителей сегодня нет Monero в портфеле, либо есть какая-то небольшая часть. И возможность докупить, да, добавить его в свой портфель будет хорошая только в том случае, если мы вернемся выше отметки в 285 долларов, тот верхний уровень оранжевого цвета, который вы видите на графике. Что касается лайткоина, то по лайткоину довольно точно прослеживается треугольник, да, фигура графического анализа. В отличие от биткоина, да, по которому нельзя провести точную линию, то есть если две линии соединять, то окажется, что мы не дошли, да, довольно сильно до верхней ее границы. Вот, в отличие от биткоина, лайткоин двигается строго вдоль этой линии, именно от этой. От этого уровня сопротивления активно продают, да, лайткоин. Неоднократно уже это наблюдалось, и мы видим, что вот в этот раз, 29 января, если быть точным, так же мы ударились абсолютно вот в эту линию, именно от нее ушли ниже. И более того, продавили вот важный уровень поддержки также в ходе сегодняшней торговой сессии. Сегодня, на самом деле, отчасти очень важный день, очень важная торговая сессия, потому что именно с позиции теханализа, потому что по всем криптовалютам практически оказались продавлены очень сильные уровни поддержки. Да, по биткоину это было, да, мы также видим, что вот, пожалуй, лишь по эфиру пока непонятно, будет ли закрепление ниже или он останется, да, сильнее других. По эфиру Classic видим, по Zcash тоже ситуация похожа. То есть практически все обновили свои локальные минимумы. Поэтому ситуация по лайткоину, она не выбивается из этого общего ряда. И посмотрите, абсолютно то же самое по Dashcoin. Абсолютно то же самое. Также есть треугольник, есть линия сопротивления нисходящая, вдоль которой продают. И есть линия поддержки, которая сегодня пробивается. Поэтому, по сути, здесь алгоритм действий, он точно такой же, либо продавать прямо сейчас, либо дождаться закрепления, дополнительного подтверждения, потому что возможно еще, что вот и Litecoin, и Dashcoin, они вернуться могут вполне к этому уровню, да, который пробили, постоять немного там и уже затем отправиться еще ниже. То есть не сразу, но ниже по этим криптовалютам мы также
можем уйти уже в ближайшие дни. Переходим к Ripple. Я думаю, что очень многие ждут именно от Ripple чудес, да, в плане роста на десятки или сотни даже процентов, потому что многие, опять же, имели его, либо имеют до сих пор в своем портфеле, но Ripple также не радует. Во многих источниках мы видели и в целом согласны с картиной по теханализу, да, это треугольник, который был, его вполне можно было наблюдать на любом практически таймфрейме, и дневном, и часовом, и даже меньших. Вот та консолидация, о которой мы говорили в ходе прошлого вебинара, можете проверить эту информацию, да, опять же, на YouTube-канале. Вот именно о том, что нужно ждать выхода за рамки этой консолидации, мы говорили в прошлый четверг, и на самом деле, когда это произошло, 30 января, то есть позавчера, да, мы открывали позицию на продажу по Ripple, и на самом деле пока ее закрывать не планируем, потому что ближайшая цель по Ripple это вот также прежний максимум, отметка в 83 цента за монету. Более того, мы там уже были, да, вот эта свеча 17 января, также когда падало, да, все в моменте, и затем уже выкупали. Вот в этой свече мы уже были на отметке 83 цента, и именно к данным уровням мы двигаемся в данный момент. Это очевидно. Да. И также покупать Ripple, точнее говорить о том, что восходящий тренд вновь преобладает, можно будет только по закреплению выше уровня 1.35, во-первых, это будет первое подтверждение. Да, это вот уровень, который не смогли дважды преодолеть. 1.35, да, отметка. И вторая это уже более высокий диапазон 1.90. Это вот там, где наблюдалась наиболее продолжительная консолидация и большее скопление объема. Да, это вот здесь происходило. Вот только в этом случае можно будет говорить о том, что Ripple возвращается на восходящую траекторию. И последним в нашем сегодняшнем обзоре будет Bitcoin Cash. У кого какие-то вопросы есть, можете пока их подготовить, написать в общем чате, либо в специальном разделе вопросы. На них постараемся обязательно ответить. Вот Bitcoin Cash многие считают заменой биткоину, да, в среднесрочной даже перспективе, может быть даже в рамках этого года, в силу большей приспособленности к рынку, ну, точнее не к рынку, а вот для реализации основной функции, да, криптовалюты, это быстрые переводы внутри системы. За счет большего размера блока биткоин кэш в этом значительно превосходит биткоин, да, имея больший блок, а значит более быструю обработку транзакций. Но тем не менее, пока мы видим, что также по Bitcoin Cash наблюдается продолжительная коррекция. Это связано, конечно, с тем, что в целом все падает, и по Bitcoin Cash нет какой-то особенной истории, которая сделает его лидером в тот момент, пока падает все. Да, но вот когда вернется позитив на рынок, такой момент, безусловно, должен наступить, да, не может все вечно расти, либо вечно снижаться. Вот когда придет позитив, думаете, что биткоин кэш будет быстрее своего старшего брата, да, и быстрее биткоина наберет ход. Поэтому, опять же, мы еще в начале года говорили о том, что одним из потенциальных лидеров в этом году, помимо эфира, может быть еще и биткоин кэш. Нужно внимательно за ним следить. Пока мы также находимся в красной зоне, снижается он сегодня и находится вблизи отметки 1050 долларов за монету примерно, и также продавливает сильный уровень поддержки сегодня. Но повторюсь, мы говорим не о том, что нужно покупать его прямо сейчас, да, например, а о том, что нужно будет покупать его, стараться, когда в целом вернется позитив на рынке. То есть он может быть потенциально гораздо быстрее и гораздо доходнее, чем просто биткоин. Поэтому нужно держать руку на пульсе, нужно отслеживать ситуацию, да, пока же вот ничего индивидуального, ничего особенного биткоин кэш, к сожалению, не показывает. Да, вот большой минус
в том, что если уж криптосфера снижается, то падает все, да, в отличие от, скажем, фондового рынка, либо валютного, где есть ситуации такие, что пока падает какой-то одной актив, один актив, растет другой. Да, вот в отличие от этих сегментов рынка, криптосфера подвержена вот этому общему тренду. Если падает, скажем, биткоин, да, и то падает все. Вот я думаю, что эту закономерность вы уже отследили. Другое дело, какими темпами падает, поэтому вот во время снижения также важно обращать внимание на то, как сильно, да, снижаются прочие криптовалюты во время снижения биткоина. Например, мы видим сегодня, что биткоин, ну, предположим, потерял в цене 10%, да, а эфир всего лишь 5%. Это означает, что эфир в моменте сильнее, и значит, что когда вернется позитив на рынок, эфир может двигаться гораздо быстрее уже в сторону роста. Поэтому вот момент снижения, он также является показательным, и нужно проводить некую аналитическую работу по поводу того, да, чтобы выявлять более сильные монеты в моменте. Ну и раз уже затронули тему того, что довольно сложно диверсифицировать риски, да, потому что если падает, то падает все на криптовалюте, да, отмечу, что на самом деле вот те, кто работает, скажем, с брокерскими компаниями, а не на криптобиржах, я бы обратил ваше внимание еще и на то, что вы можете работать именно с обычными валютами, с обычными акциями, допустим, американских компаний, по которым на самом деле графические паттерны и теханализ очень похож на криптовалюты. То есть мы также видим, что американский рынок обновляет исторические максимумы, да, в последние месяцы, последние годы. И многие компании тоже обновляют свои исторические максимумы. Поэтому их вполне многие наши трейдеры покупают и, по сути, используя те же стратегии, что и по криптовалюте, да, снижают риски в целом по своему портфелю, потому что работают с разными сегментами рынка, да, и в то же время зарабатывают в то время, пока криптовалюта снижается. Поэтому не настаиваю, но говорю о том, что есть такая возможность, да, и не стоит зацикливаться только на криптовалютах, следует диверсифицировать общие риски по портфелю, работая, скажем, с акциями американских компаний, например, либо с валютными парами. Да, то есть продолжительные устойчивые тренды там также наблюдаются, и более того, для этого требуется порой даже меньше средств, да, для входа на этот рынок. Что ж, на этом, пожалуй, на сегодня все. Будем постепенно заканчивать. У кого остались еще какие-то вопросы, прошу их писать в общий чат. Также отмечу, что для зрителей нашего сегодняшнего вебинара мы подготовили, да и в целом компания Markets, да, выпустила свою книгу по криптовалютам, в которой есть очень обширный теоретический материал. И кроме того, те торговые стратегии, тот практический материал, который поможет вам стабильно работать с криптовалютами. Поэтому вы, в принципе, можете получить эту книгу по запросу, да, в клиентский отдел компании, по любым контактам на сайте amarkets.org, получить книгу абсолютно бесплатно по криптовалюте. Уверен, что она вам пригодится. И кроме того, специальный торговый бонус в размере 25% от суммы внесения мы также готовы предложить тем, кто после этого вебинара решит поработать с брокерской компанией Amarkets. Поэтому, повторюсь, буду рад, да, и мы все будем рады видеть вас в рядах наших клиентов. Ну что ж, ссылку на наш крипточат, где в режиме реального времени каждый день мы публикуем торговые идеи, мы уже разместили. А мы с вами увидимся в следующий четверг в это же время в 19 часов по московскому времени. Также подведем итоги недели, которая будет нас ожидать, и озвучим новые торговые рекомендации, новые перспективы по криптовалютам. Всем спасибо, что были с нами. Да, и чуть не забыл, был вопрос еще в самом начале по регулированию. По регулированию. Главный офис компании Markets находится в Черногории, поэтому пока, скажем, правительство местное особо к криптовалютам не присматривается, не выпускает какие-то, скажем, нормативные акты по этому поводу,
Но я так понимаю, что большая часть клиентов, зрителей сегодня из России, стран СНГ, да, то, возможно, видели новость о том, что в России закон принимается, да, точнее, готовится пока закон по криптовалютам, по майнингу, по ICO, где эти термины будут. Поэтому пока в России СНГ тоже с этим мало что понятно, только лишь готовятся законопроекты, пока можно работать без лишних ограничений, в отличие, скажем, от Южной Кореи, от Китая, где уже всерьез взялись за криптосферу. Поэтому надеюсь, что на ваш вопрос ответил, если нет, то также обращайтесь в общий по контактам на сайте, да, в клиентский департамент компании. Все, еще раз всем спасибо, успехов в торговле, до следующего четверга, до свидания.